видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник в решении домашних заданий». Номер 1, урок 11. Выполни деление и сделай проверку умножения. 3200 разделить на 5 равно 640. 640 умножить на 5 равно 3200. 28560 разделить на 70 равно 408. Проверку выполняем умножением. 408 умножить на 70 равно 28560. 392 тысячи разделить на 400 равно 980. Умножаем на 400, получаем 392 тысячи. 5 444 000 разделить на 800 равно 6805. 6805 умножить на 800 равно 5 444 000. 275130 разделить на 90 равно 3057. 3057 умножаем на 90, получаем 275130. 25 725 000 разделить на 70. Ответ 367500. 367500 умножаем на 70, получаем ответ 25 725 000. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.